В летний период на дорогах Рязани все чаще стали появляться велосипедисты. Данный вид транспорта очень популярен, так как не требует затрат на топливо и позволяет проехать по тем местам, где на автомобиле этого сделать практически невозможно. Среди любителей велотранспорта часто встречаются нарушители правил дорожного движения. Ярким примером тому служит несоблюдение правил при переезде дороги по пешеходному переходу. Многие предпочитают пересекать пешеходный переход на своем двухколесном друге на высокой скорости, что нередко приводит к тяжким последствиям. Так, при пересечении трассы велосипедист не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль Kia Cerato, который двигался на высокой скорости. В результате происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте. 20 июля в городе Сасово водитель автомобиля «Газель» наехал на велосипедиста, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован. В том случае, если проезжая часть в одном направлении имеет более одной полосы, соответственно, велосипедисту необходимо спешиться, перейти дорогу по пешеходному переходу на другую сторону и продолжить свое движение уже согласно правилам дорожного движения. Велосипедисты совершают еще одно серьезное нарушение. Во время движения поворачивают налево со второго ряда дорожной полосы, что запрещено правилами дорожного движения. Поворачивать можно только по той дороге, где есть одна полоса движения, либо если из данной полосы разрешен поворот налево. В том случае, если они попадают в дорожно-транспортное происшествие, виновными в этом дорожно-транспортном происшествии признаются именно велосипедисты, потому что преимущества перед автомобилями в данный момент они не имеют. Соответственно, помимо того, что придется лечиться некоторое время после столкновения с автомобилем, это все-таки травма достаточно серьезная, еще необходимо будет восстанавливать впоследствии еще и автомобиль. Большинство любителей велотранспорта соблюдают правила дорожного движения. Егор Борин – велосипедист со стажем, предпочитает только этот вид передвижения. На дорогах с уважением относится как к водителям, так и к пешеходам. Я катаюсь на велосипеде постоянно, так как сейчас летний сезон. Перед пешеходным переходом я все время слезаю с велосипеда и перехожу в пешем режиме. Всегда соблюдаю правила дорожного движения, стараюсь их не нарушать. И вам этого советую. Велосипедист – это полноценный участник дорожного движения, у которого есть права и обязанности. Если он нарушает правила дорожного движения, то для него предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей. Согласно данным госавтоинспекции, за этот год нарушителей среди велосипедистов стало намного меньше. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».